торговом центре «Мега» стартовала акция «Экохаб», объединившая на одной площадке экологические факультеты казанских вузов. Мероприятие предназначено для абитуриентов, которые могут познакомиться с профессиями в сфере защиты окружающей среды и возможностями поступления на соответствующие направления. Смотрим! Знакомство с будущей профессией может случиться еще задолго до поступления. Здесь институты представляют направление подготовки в виде интерактивных площадок, где все буквально можно потрогать своими руками. Участие принимает в том числе и Институт экологии и природопользования Казанского университета. Площадка организована кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, где абитуриенты могут познакомиться с работой метеорологов и синоптиков. Это достаточно сложный технологический процесс. Итак, например, здесь представлено изображение с метеолокатора, которое позволяет дать прогноз, по сути дела, с точностью до минут. Да, о том, когда же какое-то явление начнется или закончится, например, снегопад. Кроме того, мы можем охарактеризовать и рассказать и про самые простые, может быть, приборы. Так, например, вот здесь очень элементарный прибор, именуемый психрометр. Да, он позволяет прямо сейчас измерить характеристику влажности, гигрометрические характеристики воздуха в этом помещении. Так, снимая показания с двух термометров, сухого и смоченного, и занося эти показания в компьютер, мы можем определить, какая же сейчас у нас влажность воздуха. Итак, например, относительная влажность в настоящий момент составляет всего 7%. В рамках этой площадки абитуриенты также могут познакомиться с перспективами, которые дает обучение в Институте экологии и природопользования. Это, по сути дела, в этом году, в сложном году, такая первая очная встреча с нашими абитуриентами, когда они могут нам задать вопросы не онлайн, а вот так вот в общении, в какой-то неформальной обстановке. К слову, интерактивные площадки будут меняться. Выставка продолжится до 19 февраля. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.